Возвращаемся к формулировкам, к названию монофиситы, которое, мягко говоря, некорректно в отношении армянской церкви. Это просто полемическая формулировка, которую используют в полемической литературе, чтобы показать неправославие армии. Монофизиты — это люди, исповедующие одну, только одну природу Христа. На Эфесском соборе использовалась формулировка «единая природа Богослова воплощенная», которая была формулой Кирилла Александрийского, термин монофиситы, который используется. Он якобы связывается с этой формулой «единая природа Богослова воплощенная», которая звучит не «монофизис» или как-то иначе, а «миофизис», да, то есть там другое слово, другое числительное. Не будем углубляться, да, в греческий язык. Но в любом случае, в этом термине, так скажем, уже есть что-то уничижительное, потому что он уже говорит о том, что якобы не принимающий Халкидонский собор исповедует только одну природу и только божественную природу. Когда говорим «монофиситы», понимаем именно это. И это не соответствует действительности по отношению. То есть армяне не исповедуют только одну природу во Христе, божественную. Армяне говорят, что Христос и Бог, и человек. Поэтому термин «монофиситы» некорректен. Да, думаю, что ни один христианин, не только армяне, вообще любой христианин не может исповедовать во Христе только божество или только человечество, потому что это вся суть христианства будет искажена, извращена.